Так, я тут, я захожу. А ты как там? Жопа не горит? Или... Как говорит. Да, блядь, ты ебанутый, бей ты, блядь. Он своим ебучий. Я меня тут, блядь, ебашит. Да бей ты, блядь, еблан, блядь. Блядь, пиздец, они ебанутые, блядь, они неадекватные, нахуй. Не восстанавливается при повышении уровня. Повышается, точнее восстанавливается. Хуй там. Ладно. Ты что, до 50 закачался, чтобы говорить? Нет. Ты все. Ва-ва. Прыгает, господи. Да, тут даже бублик не поможет. Это все, конечно, клево, но... А, все. Я вспомнил. Все, я готов. Месить. Геноцид, геноцид. Да идите вы нахуй. Обозначи. Ты делаешь? Я? Тебе. Коллекционные предметы. Да ёбаный нахуй. Ну якобы где-то тут. Или не в убежище.
Терас. Может, в убежище? Вот дерьмо. Я разочарован. Ладно, если не можешь похвалить. Тут коллектаблс, кстати, у меня на карте отмечено. А тут ничего нет? Нет. Точнее, поблизости где-то. Тут. А, я нет. Он на улице, значит. Да, он на улице. Серьезно? Дерьмище! Он на улице. Идеально. Я бы на твоем месте еще раз подумал про комбинезон. И кто теперь в дерьме? Большой третий Дрейзен, потому что вы их нахуй послали. Что они тут как расходный материал, блять, как напарники. Лучшее, что не было. А, вот, да, лечит, вожак стоит. Даже не начну всех собирать, надо было просто с собой пятерых взять одновременно. Подожди, давай! Мне тоже дали. О, вовремя. Ой,
Огнестрельное вообще изи выполняется на самом деле. Да, с миниганом. Ты нахуй ломает весь челлендж на этот. Так. Сделайте прям говоритель. Ты его сломал? Да. Вот он рядом со мной был. Слава тебе, Господи. Ну, у меня, блядь, 29 из 30 не будет. У меня тоже 29 из 30. Он либо заглючил, либо он где-то в сюжетной локации, либо он где-то на мегастреле спрятал. А вы тут звездочка и чертеж. Тебя нет. Где? Где вот я бегаю? У меня звездочка и чертеж. Это ничего нет. Странно. Значит, на автобусе что-то было. Наверное. Либо под нами. Канализация. Скорее всего под. Но не важно. Метро, наверное. Что-то или где-то было. Важно ему там. Ну не знаю, у меня уже 90 рецептов установлены. Ну, типа, если нет, то внизу. Где же это? Да, метро так-то. Так, ладно, что там еще ничего остались. Один. Три. Три, на. Слезай. Ух. Не ебашил, да, это идет. Три часа прям хуячил. Прерыва. Больше. Ну там двойной опыт по всем штукам. Тебе уже без разницы, двойной, не двойной. Что ты... Нет, тут... Фунатом стал. Фунатом просто нормальный, как его там, короче, хоть кого-то могу победить. Кувалда. Как бы электрическое что-то не взял, панел. О, как раз я возьму сейчас тогда еще одну электрокувалду. И еще один огненный меч. И нормально будет. Да нет проблем с тенями, что они как-то вдалеке, как будто их нет, они только вблизи прорисовываются. Да, есть такое. Думал, что это у меня только из-за травайда. Вы такие есть, еще на высоких. Че, электрический челлендж? Или че? Гитары нет, что ли? Как второй. Стоп. Да. Мать твою!
Это как-то не очень. Давай еще раз. Капалом делать, как нихуй делать. Я нашел толпу, давай. Вперед!
поосторожнее. Это я понимаю. Есть эта пропаганда еще в этом районе? Сейчас посмотрим. Как она выглядит, как маска, да? Как прямоугольник. Так. Нету. Окей. Ну то. Вот где а я. Вот она, ёбаный свет. Серьёзно? Что? Что? Не нашел. А, она заглючила, я её уничтожал. Почему она не сохранилась? Я вылетел, что ли? Не должна она. Байткос. Просто. Окей. Мне игра сказала, что типа уничтожить. Все вышки, пропаганда, почему ачивку... А, задержка. Сейчас, спустя пару десяток секунд, дадут. Ну, я должны. Легко было, ладно, я же уничтожал. Я... Почему? А. А где ачивка? Ну а нету. Точно не приходит, точно. А может и нет? Может там за DLC, другие пропаганды. Mm.
Да ничего, ничего. Походу в DLC еще коллектаблс есть. Ну да. Там вообще их ходит перепрограммировать, конечно, что-то такое. Ну, мне только два уровня добить. Как два, полтора. Ну да, давай были. Почему бы и нет? Когда нового. Ну, у меня за всю игру ни одного вылета не было. Когда мне поле зрения меньше стояло, мне не вылетало. Это надо как бы и убавить, да. Сохранение. Че они сейчас сохранили? А, нет, нихуя последний сохранил с машиной. Лектабл. Сохранили. Да уж, где там ближайшее убежище было? А, близко. Горю. Где моя Феррари, на которой я сбивал зомби? Тут мотоцикл есть, но он явно не подойдет. А вот же каток! Какие 500 тысяч лет будешь? Бывает. Не знаю, зачем. Ну, таким... А.
А, да. Я пока машина это. Ты не поворот левый, блин. Хотя я искал, то есть, ну мы не сделали последнее, но из-за того, что типа сделали. Ну мне ничего не дали, ладно. Ну, короче, Тим обманулся, он подумал, что. Я не виноват. Да и грамотно ебало. Мне еще какой-то ачивку дали, авторитет. Че? А, типа 10 испытаний на ПП пройдено. О! Сразу 3 ачивки разом. Вот. Знатока по выживанию, что-то такое. Специалиста. Блин, где тут проход? Лёш, там проход, и как сложно-то? Я не понял. Чё сейчас было это? Пердёшь в пустоту. Чё? Не-не, ничего. Как сложно, пиздеть, я не могу, нахуй. Было темно, поэтому я не увидел. Да ты ничего и не видишь никогда. Чтобы журнал последний найти. 7 из 9. Так, с испытаниями все, да? Окей. Давай пойдем до галочки, потом потом доделать. Чё? А чё так много выживших ещё? Чё за бред? Как бы нахуй не нужны, но их 25 всего. Как-то говной пахнет. Ангелочи пошли. Ёбаный след, месяц, чё, ебанутая. Какие обозначения? Там до охраны. Седанцы. Ну. Чё мне сегодня какой-то фпс более хуёвый? Может... На фоне как-то.
Может, под конец. А, нет. Ебать! Это было легендарно, конечно. What the fuck? Чистилище. Куда бы улетели? А что произошло? Не ебу, блядь, вот такая тут физика, блядь, охуенная. Только не говори, что опять тебе пересоздавать опять убежище. Может, как-то... Да. Ну, я виноват, но я могу с последней контрольной точки. Тебя загрузят тоже. Ну, это было, это конечно, стоило того. Физика охуенная, на гопотриме-то тоже так улетает куда-то. Небеса, блять. Или зомби. Я, в... я, у меня так взрывной стул улетел. Да, круто. А почему загрузка бесконечная? Не знаю. Я загрузился вообще. А, ну ок. Ну... ну ладно, без оружия, так без оружия. Отойдите от моей машины! Блять, страшно, да. Хули ты не полетаешь-то, ёбаный свет. Я бы твоей мощи. Вот надо было меня столкнуть. Да. Ну, приглянулся. Ай, на тебе. Спасибо. Хоть что-то. Что это еще за фотографии и список? Колеса внутри колес. Соедини все точки и увидишь, что происходит. За
всей этой зомбятиной стоит правительство. Можешь мне поверить? Теория, будь здоров. А доказательства есть? Зомби должны были отвлечь их внимание, пока я добываю улики. Но федералы пронюхали, что я подбираюсь к ним. И теперь будут настороже. Но тебя они не знают. Как насчет пошуровать в мусоре? Обыщи помойку возле их офиса и доложи о результатах. Еще помойки обыскивать радио. Годишь ты. Ежедневно обыскиваешь. Ты быканул? Или чё? Почему такие один? Выскивай, выскивай. Черт! А, это с другой стороны. Адептиот дали ачивку. Пошел ты!
ёбаный свет, нахуй. Да что такое, блин? Беда какая-то. Перекрывается чё-то, я охуенный. Понял, значит, по соточку. Так, на это то, что на фоне. Поймите. Принял все-таки первого цельного бака. А, рядом со вторым меня засейвил. Ну камон, ну под конец игры нужно именно так одеться. Вам что-то не нравится, месье? Да нет, все в порядке. Игру, наверное, процесс старый сделать на это, точно на фоне. Я не знаю, чё-чё. Мне чё-то сегодня FPS хуёвит стал. Атрибутов, блядь,
смысле, нихуя не. Геноцид на 400 человек. Я нажимаю, что игра говорит, но... Пофиг. Сейчас как раз... Пройдем эту миссию, я пойду.
я вчера смог, хотя я его только стоял, но только на пироманьяка там заглючил, я смог типа нажать и присоединиться. Почему я? Я мог вчера, и я даже вот. Не откроет. Надо. Хорошо, все в порядке. Сломанный баланс, говна. Диего? Да прекрати же! Диего? Прошу тебя! Диего? Я тебя прошу, приди в себя, сейчас валить надо, нам не до этого! Ну нахера? Приближаются неизвестные организмы. Судя по анализу, безуглеродные. Валить отсюда надо. Рванет же скоро. Вас понял. Организмы будут нейтрализованы, а образцы доставлены на корабль Феннелли. Стой! Диего! Стой! Начинаем уничтожение. Это земля, Диего! Успокойся, чувак! У тебя глаза есть? Прекрати сейчас же! Держимайся, парень! Извини, что мне пришлось тебя сбить. Прошу, вставай. Чёртник. Что ты там повторял? Панча мама? Панча мама? Так мама в детстве говорила. Больше я почти ничего из детства не помню. Где-то я уже это слышал. Ник? Я тебе что покажу? Иди сюда. Ну, иди. Я тут такое нашел, что прямо жуть. Я... Это чё, чувак? О май гад. Знакомый мужик? Карлито Кейс? Еще бы. Ну, это ж террорист, устроивший эпидемию зомби в Беломете в 2006-м. С ним сестра его была, Изабелла. Они привезли паразита из Центральной Америки. А что потом с ним было, а? А? Там и помер, наверное. Она, тут написано, исчезла. После Fortune City они же должны были эту хрень под контроль взять! Я ж думал, эти чипы с зомбриксом для того и придумали!
На этого глянь. А? Видишь? Я как глянул, чё-то дурно не стало. Предположительно, этот зомби начал эпидемию в Смитвилле в 2007 году. Первую эпидемию после Уилламета. На шею ему посмотри. Не-не-не, твою мать! Это что еще за нахрен? А я знаю! Какого хрена? Твою... Ладно, первым делом, проблемы, которые мы еще можем решить, окей? Сначала покинем город, потом поймем, что происходит. Ключ у тебя? О, черт! Меня грабанули по пути сюда! И я растерялся. Забрали ключ от самолета. Ник, его надо вернуть. Что такое? Ничего, мужик, ничего. Все путем. Пойдем, найдем уже эти ключи. Все путем в такой одежде. Нихера не путем. Че ты бесишь-то? Да не могу. Отторжение какое-то. Отлично, фэн квеста по фабрике. Неприятны мне мужики. А про дочку ничего не сказали. Там живут все не сказали. Эй, чувак! Мужик пытается попасть в дом на Сансет с сильным месяцем. Да. Глянь, не нужно ли помочь? Открыть в этом месте коллектаблс, походу. Хорошо, хорошо. Еще выйдем. Я бы никогда на тебя по доброй воле не напал. Когда мы были маленькими, ты все время меня защищал. А я вот так тебя иди схватил. Переоденься, пожалуйста. Ты сам не свой. Я понимаю, правда? Ну, пожалуйста, ну... Будь человеком. Ладно, езжайте, чё. Если он ТП-шнул, не вот ехал. Бот меня... Конечно, пока ты, блядь, тут чилишь, ты лет. Бот сядет. Быстрее. Искусственный интеллект или Вадим? Никого так, не убивал, выведи. Так мы уже спасли взрывом. А где он был вообще? На этой стоял? Не знаю. А какого хуя они тут огородили? Гандоны, блядь. Лук, говорит, меняется, да?
самочувствие. Да. Ну если зомби нет, а это что, блядь, тут арава стоит? Ну если вот эта арава тебя не напрягает? Да, черт подери! Чем ёбнул? Слава тебе, Господи. Я тебе вроде ничего не говорю. Точно? Я же дамаг не получаю. Не получаешь. Не получаю. Дай потрогать эту штуку. Еще два новых челленджа откуда-то появилось. Ступай за совещанием, я тут подожду. После этой побочки я пойду. Yeah.
свезло тебе! Здесь верхний этаж, конечно. Я знал, что он что-то замышляет, и принял меры. Повезло тебе, что я здесь оказался. Раскрою тебе тайну. Я этому жадному козлу фальшивое завещание сбагрил, а настоящее у меня осталось. Похоже, есть только один способ решить проблему. Нашелся бедняк. Парень при деньгах. И если уж его безмозглая мамаша за меня вышла, значит, я ее денег заслуживаю. Извини, сынок, но мне, похоже, ничего не остается, кроме как избавиться от свидетелей. Уверен. Я думал, ты ко мне хорошо относишься. Ты ведешь себя как придурок! Не хочу грубить, что твоя мама нашла в этом придурке. Не хочу грубить, что твоя мама нашла в этом придурке. Лучший был день в моей жизни. Надеюсь, теперь об этом можно забыть. Все, отпусти меня. Пускаю. Ты сдаете нас и 400. И переоденься, пожалуйста. Я подумаю. Спасибо.